Пока нет, скоро будет готов. Вот это отключилось. Сосо, расскажи, что тут. Расскажи, это входная группа, да? Да, входная группа. Это хочу показать. Расскажи, потом покажешь. Сегодня снег будет, дорогой, смотри. А. Видишь? Я им не верю. Как не веришь? Не знаю, не верю. Сосо, объясни, что здесь будет? Будет. Здесь будут зеркала? Да, да, зеркала, витраж стеклянный будет. Стеклянный витраж. Это разговор тоже. Балюстрада, да. Дальше что? Вот здесь две купленные квартиры. Ремонт будет скоро. Люди будут жить. Вот здесь сторона уже здесь есть, лифт. Лифт и лестничная клетка. Шахта лифтовая. Да. Это тоже будет входная группа какая-то или? Нет, слушай, сюда. Подожди, это, здесь да. Техническое какое-то помещение. Да, да. Щитовая, да? Да? А это выход. Выход? Стеклянный витраж будет. Да, здесь будет стеклянный витраж, но внизу еще магазин. Тут у нас уже улица Кугония. Это улица Кугония. Ну и еще какая-то коммерция пойдет на первом этаже с улицы. Сейчас. Вот там. Там уже набережная. Вот здесь коммерция пошла. А со второго этажа пошли уже квартиры, да? Апартаменты. Да, да, да. Третий этаж уже квартиры. Сейчас мы поднимемся на крышу. Давай. Там рядом они. Племянница моя, извини. Студентка, там комсомолка. Так, здесь у нас тоже какие-то... А, здесь уже пошли квартиры. Вот они квартиры. Квартиры здесь. Эти щитовые. Щитовые. Квартиры здесь. Ну, это квартиры студии. Это студия, это не квартира. Студия, не квартира. 50 тысяч и один квадратный метр. А вот решетка будет на балконах, вот такая вот. Ну, вроде рисунок нормальный, симпатично вроде смотрится. Посмотрим, что будет дальше. Ты хочешь показать свою работу? Нет, малярка. А, вот искра. Ага. А вот окна деревянные, дубовые. Вот они, такие симпатичные. И вот такой вот вид открывается. Там еще строится многоквартирный жилой дом. Вот это еще один жилой дом многоквартирный. Но там квартир не осталось уже. Я слышу, там тоже есть много, да. Этаж.
тоже с апартаментами. И выход на эксплуатируемую кровлю. Шлёп. И весь Сухум перед глазами.